А сколько оно стоит? Так, у нас тут велосипедисты. Вообще. А мы енота раздаем енотов. Ты что, кусаешься, что ли? Да. Знаешь, как у меня за ногу сейчас тяпнул сзади? Не больно, так? Что-то я сам испугался, не хотел. Сорян. Он реально как собака кусает. Да. Это я. Ладно, ладно, что если за ногу? Да подожди, там больно же тяпнул. Он сейчас заболел. Да нет, не упадет, это акробаты. Ой-ой-ой. О! Голову вниз, не понимали? Что, ты голову решил мне почесать? Вон ты этот, есть чек. Массаж. А? Массаж? Массаж головы, да? Ой, аж мурашки побежали. Все, он уже уходит. Уходит? Да. Да что-то нет, походу. Вот. На видео снимаю, да, как? С енотами. А не будешь мне показывать, да? Да. Каждый день на мозги капать, да? Давай купим енотика, ну давай купим енотика. Ну классно. Все, сел на шею, свесил ноги. Вообще много корма на них походит. Не надо. Я это они любят. На, у него вообще все хорошо. Он сидит уже так прям как на свое, да? Уселся. А то он, видимо, это слышал, как ты в машине сказал, что ты деньги на енота взял. Да? Ты слышала, наверное? А как у нее вот развлечение? Мы батареем зиму и ночь. Да? Тепло им тут? Да. Им жарко, у них суба, ничего. Смотрите, во! Встает он. Встал, мам. Он встал, смотри, мам. Ой, ногти им понравились мои. У меня встал. У меня енот встал. Встал? Да. Ты их дрессируешь? Да, смотри. Обалдеть. Что, он там не шмякнется? Нет, он тебя кусает. Она ничего не дала, и тебе все пожалуйста. По голову ударили. Отойди. Я ничего не могу. Давай. Жестоко нападение. Вообще. Они так смешно штаны стянут. Она кусает. Да воду возьми этого. Смотри, воду. Я еще одну мочу. Вот. Ну все, я полуголый сейчас буду. Нет? Нет. Разыграли, видишь? Видишь, у тебя еще блестящие? Ням-ням. Я хотел. Тихо. Куда ты там чихаешь? На тебя. Он тебе прическу хочет сделать. Ну, по-моему, кусит. Заигрывает, ага. А это вот они, когда вот музыку, наверное, вот у них накрасит, это эффект такой, стирают, да, они как? У них? Хана тебе! Они чувствуют, что вы к ним готовы, и они с вами в полную силу.
Они не ко всем так. Они к кому-то вообще так подойдут, поедят и ушли, и все. В карман, что ли, уже полез? Сейчас драка на спине будет. Да. Я тебя запомнил, это самое болючее. Самое болючее. Так, третий еще, ты за кого там болеешь? Сухожилие, правильно, спасибо, Марина. Нет, они любят поковырять в ушах. Ты что мне делаешь? Федя, убери. А, вот я тебя так снял. Да. Ты что, ладно? Ты тоже снесли? Ну.